Вчера, в первый же понедельник нового учебного года, в железнодорожном районе Екатеринбурга, а именно на сортировке на проспекте Седова, новенький стадион школы номер 170 был открыт с должными торжествами и высокими гостями. В свое время мы рассказывали о том, как шла здесь работа после того, как весной этого года мэрия Екатеринбурга приняла решение не о ремонте, а о строительстве здесь совершенно нового, отвечающего всем современным требованиям стадиона, и выделила на это половину из 17 миллионов, в которые обошелся объект. Вторую половину дал бюджет области. Тут есть все. Стандартное футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадку, стандартную беговую дорожку 200 метров для занятий легкой атлетикой. Здесь могут заниматься спортом и сдавать ноги готовы не только школьники 150-й школы, а школьники еще 4 школ железнодорожного района. Конечно, хотелось бы, чтобы в каждой школе у нас был такой стадион. Да, вот именно это, открытость новых школьных стадионов, наглядно демонстрируется на примере школы, например, 127 на 7 ключах. Отдельно радует, в железнодорожном районе явно уходят от порочной практики, когда после дорогого ремонта на стадион вешается огромный замок, и на него чуть ли не по спискам впускают детишек только на уроки физкультуры, а вне занятий нечего пол топтать. Здесь пускают и своих школьников, и бывших школьников, и будущих, и их родителей, и родителей их родителей с утра до поздней ночи. Надеемся, так же будет и со школой номер 170. Наши школьники ежегодно участвуют в городских, областных и региональных соревнованиях, добиваясь в них самых высоких результатов. В упорной борьбе добывают ребята награды. Желаем вам в будущем ярких спортивных побед и спортивного азарта.